Всем привет! Это видео-шоу «Холостячка», которое вот-вот начнется. Первая серия будет 23 октября. Подтвердилась информация, что среди участников будет Александр Эллерт. Будут и другие знаменитости. Среди парней будет два друга. Будет дорогой юрист, который при первой встрече покатает Ксению на машине. Во время съемок у парней возникнут сложности с заказом подарков, так как телефоны отберут. Кто-то будет звонить по телефону продавщице ближайшего магазина и давать поручения помощнику. Кто-то будет договариваться со съемочной группой. Кто-то импровизировать. Некоторые парни до шоу не знали Ксению, не смотрели сериалов с ее участием. Что в принципе нормально. Было бы странно, если бы мужчины любили смотреть сериал. Будет групповое свидание с 4 участниками. Это встреча с журналистами. Журналистов будет около 15. На проекте Ксения познакомит избранников со своим сыном. А на этом пока все новости. Ждем первую серию. Подписывайтесь на канал. До скорого!